Михаил Петрович. Русский композитор, хоровой дирижер, педагог. Наследие композитора составляют романсы и песни для голоса в сопровождении фортепиано и хоровые произведения, которые относятся преимущественно к духовной музыке. «Единородный сыне» – одно из тех произведений, которые нередко встречаются в репертуарах церковных и академических хоровых коллективов. Оно написано на текст одноименного гимна, который звучит в ходе литургии оглашенных. Гимн напоминает верующим о главном Божьем благодеянии – ниспослании своего Сына на землю и утверждает о двух природах во Христе, подчеркивается как божественная, так и человеческая природа. «Единородный сыне», как маленькая жемчужина духовной музыки, отличается богатой гармонической и мелодической наполненностью. Михаил Речкунов, «Единородный сыне». Thank you.